Французский философ Жак Батай называл наш мир загадкой, которую следует разгадать. Сегодня я, Олег Шишкин, предлагаю вам вместе раскрывать секреты нашего мира. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Животные-зомби. Живые мертвецы существуют в природе. Как одни существа управляют сознанием других? И могут ли такие паразиты поработить человека? Попав в подходящий организм, грипп может эффективно управлять нервной системой хозяина. Война игрушек. Россия может противопоставить НАТО 10 надувных армий. Зачем военным потемкинские войска? И на что они способны в реальном бою? Развертывать в тех местах, где по логике ты можешь сосредотачивать свои войска. Пусть у них глаза на лоб вылезут. Киевский потоп. Халатность властей или месть неупокоенных душ? Загадочное происшествие, объяснения которому нет до сих пор. Даже те, кто мог остаться жив, могли вот при этих раскопках, когда экскаватором ковшом там цепляли, уже людей добивало даже. Эпидемия средневековой проказы снова захватывает Европу. Кто уже заболел и как защититься всем остальным? Человек гнил заживо, просто разлагался, у него отваливались конечности, носы. Танцы с мертвыми, свадьба на кладбище и самые кровожадные похороны в мире. Как прощаются с близкими в разных странах и почему на Тибете нет могил? Когда одну невесту выкапывали по 3-4 раза и хоронили, это перешло уже на коммерческую структуру. Советский школьник-пророк Лев Федотов предсказал Великую Отечественную войну и жизнь после победы. Кем был этот мальчик и каким он видел 2018 год? Один из генералов даже не мог себе представить того, что вся история войны уже записана. Природная катастрофа. В Туркменистане 47 лет не могут потушить пожар. Что такое вечное пламя? И как подземный огонь может поглотить целый город? Специалисты решили поджечь метан. Они думали, что он быстро прогорит, но сейчас до сих пор это пламя бушует. Найденные в Перу мумии могут стать доказательством жестокого преступления. Кто, когда и зачем его совершил? Что произошло в таинственной пещере плато Наска? Как вы считаете, это подделка или нет? Нет, невозможно создать костную структуру, особенно больную. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Зомби – это живые мертвецы. Существа, полностью потерявшие контроль над собой и своим телом. О таких людях мы знаем из фильмов ужасов, книг и африканских легенд. Но оказывается, зомби существуют и среди животных. Только если верить ученым, управляют ими не мистические силы, а живые организмы – паразиты. Но как одни существа могут манипулировать сознанием других? И может ли такой паразит поработить человека? Простейшие паразиты токсоплазмы живут и размножаются в организме кошек. Но чтобы туда попасть, им приходится идти на ухищрения. Токсоплазмы превращают крыс и мышей в настоящих зомби. Зараженных грызунов начинает привлекать запах кошек, на который они идут, теряют чувство страха и сами торопятся стать жертвой хищников. Токсоплазма паразитирует на участках мозга, которые отвечают за страх и удовольствие. У грызунов происходит подмена понятий в центре удовольствий, и вместо того, чтобы бежать на запах самок, они бегут к кошке. То есть паразиты полностью контролируют и управляют сознанием крыс и мышей. Самое страшное, что токсоплазмоз опасен и для человека. Он вызывает рвоту, судороги и даже паралич. А если им заразится беременная женщина, она может даже потерять ребенка. При заражении женщины токсоплазмозом во время беременности велика вероятность преждевременных родов или выкидыша. Но даже если женщина сохранила беременность и родила, то неизбежны проблемы со здоровьем ребенка. У таких детей обычно поражен или недоразвит головной мозг, отклонения в психике, проблемы со зрением, могут даже развиться болезни крови. В Бразилии есть грибы, способные управлять муравьями. Их споры попадают в жертву через дыхательные пути. Под воздействием вырабатываемых токсинов насекомые забираются на высокие растения, где и помирают. Гриб прорастает прямо из головы трупика и в удачном высоком расположении снова распыляет свои споры. Попав в подходящий организм, гриб может эффективно управлять нервной системой хозяина. Таких грибов немало, их много сотен видов.
И изменяют он поведение не только муравьев, а и самых разнообразных прочих насекомых. В том числе охотится на гусениц. Он заставляет их ползать, выискивать лучшее место, выкапывает норку, окукливаться. Ученые отмечают, что цель большинства паразитов – убить свою жертву и перебраться в нового носителя. Например, некоторые виды ленточных червей, чтобы попасть в организм птицы, заставляют рыб становиться добычей для пернатых. Есть паразитические черви, например, которые, поселяясь в рыбах, заставляют их всплывать на поверхность и искать цапель, чтобы те их съели. Потому что цапель – это следующий хозяин для червя, в который он должен перейти из рыбы. А волосатик и вовсе толкает сверчков и кузнечиков на суицид. Для размножения ему нужна вода. Паразит селится в организме насекомого и, когда вырастает, впрыскивает в него специальное вещество, от которого жертва бросается в водоем и тонет. Осы-наездники превращают в зомби гусениц. От обыкновенных ос наездники отличаются отсутствием жала. Его заменяет яйцеклад, с помощью которого эти насекомые откладывают яйца в тело гусениц. Потом личинки наездника вылупляются внутри жертвы и питаются ее органами. После того, как основная масса личинок вылупилась, 2-3 личинки остаются внутри, чтобы управлять гусеницей. Под таким контролем она, медленно погибая, остается на месте и даже укрывает паразитов шелком. Если придет потенциальный хищник, гусеница всеми силами будет защищать будущих ос. Когда все молодые наездники появляются на свет, она погибает. Свойства одних организмов управлять другими активно исследуются учеными. Эти знания используются при создании лекарств, оказывающих влияние на нервную систему человека. Ряд экспертов считает, что в зомби может превратиться и человек. В одном из университетов США провели интересный эксперимент. Заразили 36 своих сотрудников новым вирусом гриппа. В результате тех, кто до прививки был домоседом, вдруг потянуло на вечеринки и в места массового скопления людей. То есть туда, где вирусу гриппа было проще всего распространиться. Министерство обороны России может выставить против НАТО не менее 10 общевойсковых надувных армий. При этом макеты зенитно-ракетных комплексов, танков, истребителей, грузовиков и ракетных систем залпового огня выглядят настолько реалистично, что даже с расстояния в 100 метров их с трудом можно отличить от настоящей техники. Но зачем военным все это понадобилось? И как фальшивая армия может победить в реальном бою? В военном деле стратегия хитрости используется с древнейших времен. Достаточно вспомнить знаменитого троянского коня. Но, по словам историков, настоящий расцвет искусства военного обмана пришелся на Вторую мировую войну. Тогда подделывать начали буквально все. Народ обходился подручными средствами. Ну, то, что мы делали фанерные самолеты из подручных материалов, на веревочке тягали их по площадке, которая напоминает аэродром. Это даже в известном фильме есть «Беспокойное хозяйство». Делали танки. Ну, подумаешь, делал-то оглоблю во что-нибудь всунул, поставил так, чтобы его подсвечивало аккуратно контражурием. Современные макеты не делают из дерева. Теперь это надувные изделия, которые повторяют не только очертания машин, но и детали их внешнего вида, вплоть до грязи на лобовых стеклах. Эти модели даже имитируют работу двигателей, локаторов и механизмов. Эксперты утверждают, с их помощью можно выставить целую армию под носом у неприятеля всего за одну ночь. Теперь у нас существуют части и подразделения, которые обеспечивают оперативную маскировку. Развертывать в тех местах, где по логике ты можешь сосредотачивать свои войска. Соответственно, спутники радиолокационной разведки, которые над нами ходят, его видят. Вот пусть они видят точно такой же надувной. Пусть у них глаза на лоб вылезут. Надувной комплекс С-300 состоит из 1000 деталей. У танка их 800. Благодаря сложной системе перегородок внутри корпуса, надувная модель сохраняет свою форму даже после попадания в нее осколков и пуль. На изготовление одного такого макета требуется целая неделя работы бригады из нескольких человек. Один комплект такой будет стоить, ну, где-то 200-300 тысяч рублей. Особенно если учитывать, что в нем будет установлено дополнительное оборудование как раз для имитации
излучении этой техники в инфракрасном радиодиапазонах. Что касается других покупателей, то понятно, что какие-то упрощенные модели используются разными клубами там. По словам экспертов, Министерство обороны уже не раз внезапно разворачивало целые надувные армии возле границ НАТО. Если верить специалистам, это вызывало настоящую панику среди военных США и Североатлантического альянса. Последним писком моды российских оружейников и настоящим кошмаром для наших западных партнеров стали надувные модели, имитирующие ядерное оружие, а именно подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Далее в программе. Киевский потоп, халатность властей или месть неупокоенных душ? Загадочное происшествие, объяснения которому нет до сих пор. Даже те, кто мог остаться жив, могли вот при этих раскопках, когда экскаватором ковшом там цепляли, уже людей добивало даже. Эпидемия средневековой проказы снова захватывает Европу. Кто уже заболел и как защититься всем остальным? Человек гнил заживо, просто разлагался, у него отваливались конечности, носы. Танцы с мертвыми, свадьба на кладбище и самые кровожадные похороны в мире. Как прощаются с близкими в разных странах и почему на Тибете нет могил? Когда одну невесту выкапывали по 3-4 раза, и хоронили, это перешло уже на коммерческую структуру. Советский школьник-пророк Лев Федотов предсказал Великую Отечественную войну и жизнь после победы. Кем был этот мальчик и каким он видел 2018 год? Ни один из генералов даже не мог себе представить того, что вся история войны уже записана. Найденные в Перу мумии могут стать доказательством жестокого преступления. Кто, когда и зачем его совершил? Что произошло в таинственной пещере плато Наска? Как вы считаете, это подделка или нет? Нет, невозможно создать костную структуру, особенно больную. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Куреневская трагедия – самая загадочная техногенная катастрофа в Советском Союзе. В 1961 году из-за прорыва дамбы сотни тысяч тонн пульпы, смеси твердых частиц и жидкости, затопили целый жилой район. По официальным данным погибло 145 человек. По неофициальным – в 10 раз больше. Сегодня установить точное число жертв невозможно. По мнению конспирологов, ложные сведения заносились даже в секретные архивные документы. А погибших специально хоронили в течение месяца на разных кладбищах Киева, указывая на могилах неверные даты смерти. Но зачем это делалось? Почему обстоятельства этой аварии оказались под грифом «секретно»? Что на самом деле произошло тогда в Киеве? Даже спустя полвека после так называемой Куреневской трагедии жители Киева уверены, то, что к ней привело, не было случайностью. Эзотерики уверяют, энергетика в этом месте темная, даже смертоносная. Дело в том, что дамба была построена на месте знаменитого Бабьего Яра, урочища в северо-западной части Киева. Здесь во время Великой Отечественной войны нацисты устраивали массовые расстрелы мирного населения. Бабий Яр. И сразу у любого человека возникнет страшная картина, когда ни в чем не повинных людей собирали, везли к обрыву, сбрасывали в этот обрыв, расстреливали. За 2 года, думайте цифру, 150 тысяч человек. Младенцы, дети, женщины, старики. Бабий Яр стал символом горя и страданий. Однако после войны власти решили засыпать этот овраг. В 1950-х годах, когда Киев восстанавливался, после войны киевские власти в поисках стройматериала, этот овраг, этот яр, он был засыпан кирпичом, строительным мусором. В овраг начали сливать пульпу – смесь глины, песка и воды, которая оставалась от производства кирпича. Чтобы отходы не разливались за пределы яра, возвели дамбу. Однако, по словам современных экспертов, с самого начала в проекте были допущены
проделаны серьезные технологические просчеты. Был превышен объем пульпы, которая была закачана в 6 раз. Считалось, что это все само должно рассосаться, что природа настолько умная, что она знает, как нужно это сделать. Но самым страшным нарушением стало то, что дамбу возвели рядом с крупным жилым районом – Куреневкой. Он располагался в низине за Бабьим Яром. 13 марта 1961 года его жители стали заложниками этой роковой ошибки. Прорыв дамбы прошел просто, ну, селевой поток образуется. Сель, он идет, движется примерно километров 70 в час. Представьте, как автомобиль. При этом высота волны вот, при прорыве составляла пятиэтажный дом, это 14 метров. Сель накрыл заполненный людьми транспорт на Кирилловской улице. Было 8:30 утра, час пик. Из автобусов, трамваев и троллейбусов выбраться практически никто не успел. Вторая грязевая волна обрушилась на трамвайное депо. Пульпа – это жидкость же. Это не просто пыль, это смесь воды и глины, мелкого камня. Ну, естественно, вызвало все короткие замыкания. И последствия, ну, в том числе и короткие замыкания, там какие-то возгорания начались. Потоп продолжался полтора часа. Грязь разрушила около сотни многоэтажных зданий и почти 200 одноэтажных домов. Полностью снесла Копыловское кладбище. Стадион «Спартак» был затоплен так, что его 6-метровую ограду едва было видно. Ситуация осложнялась тем, что вылившаяся пульпа стала затвердевать. Люди оказались буквально замурованы в слое глины. Когда затвердело, нужно было вызвать экскаватор, потому что вручную эту пульпу разгрести нельзя. Я думаю, что там еще даже те, кто мог остаться жив, могли вот при этих раскопках, когда экскаватором, ковшом там цепляли, уже людей добивало даже. Местные власти сделали все, чтобы скрыть истинный масштаб катастрофы. На 3 дня в городе была отключена междугородняя телефонная связь, а все письма несколько месяцев вскрывались сотрудниками госбезопасности. Официальная версия там тоже, что прорыв просто трубы канализационные, что там все нормально, все аварийные работы ведутся. Вот, ну и, соответственно, просто сделали информационную блокаду по этому поводу. О трагедии люди узнавали из городских сплетен или передач иностранных радиостанций. Например, BBC сообщила, что в Киеве погибло и осталось без крова около 20 тысяч человек. Там же еще были сразу же вопросы о том, что вот эта пульпа, она складировалась в том месте, где было массовое захоронение. Это Бабий Яр. И плюс за 2 дня до этого закрыли Киево-Печорскую лавру. Всех монахов выселили. Многие суеверные жители окраинных районов считали, что случившееся – это месть Бабьего Яра за осквернение братской могилы. Люди вновь заговорили о том, что вместо новых жилых домов здесь нужно поставить памятники жертвам массовых расстрелов. Монумент через 15 лет все-таки установили. Исследователи заявили, что Европу может настигнуть эпидемия проказы. Они считают, что этим недугом уже страдают даже некоторые известные политики. По данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается больше 300 тысяч прокаженных. Но неужели средневековая болезнь снова захватывает мир? Можно ли предотвратить начало эпидемии? И кто уже стал жертвой опасного заболевания? Отравление, проявление генетической болезни, неудачная пластическая операция. Мировые СМИ наперебой строили версии, едва увидели Виктора Ющенко во время его предвыборной кампании в 2004 году. Что произошло с лицом политика? Ряд дерматологов предполагает, у Ющенко могла быть проказа. Когда поражается кожа лица, когда морщины на лбу явно выражены, когда отек лба и лица, и отек вот, ушей, заложенность на слово дыхание. Вот это называется фасция Сленина, лицо, львиная морда. О политиках или звездах шоу-бизнеса мы привыкли думать, что болезни простых смертных им не грозят. Но они обычные люди. Как считают эксперты, если у Ющенко действительно была обнаружена лепра, то он мог стать причиной целой эпидемии, ведь это заболевание передается во время тесных и частых контактов с носителем. Профессор Гундаров объявил о том, что у Юлии Тимошенко и у Ющенко проказа. Некоторые утолщения переносицы, корки и язвы на лице, они вот являются таким косвенным симптомом. Конечно, существует врачебная тайна, но в медицинской общественности ходят слухи, что президент Ющенко заразил госпожу Тимошенко.
Без лечения проказа может привести к ужасным последствиям. У людей отпадают пальцы рук и ног, проваливается нос, болезнь сжирает глаза и уши, тело становится нечувствительным к горячему и холодному. При этом человек гниет изнутри и умирает в ужасных страданиях. Вот эти вот узелки, они изъязвлялись, человек гнил заживо, просто разлагался, у него отваливались у конечности, носы, ну и практически пока вот он мог, он как-то передвигался, потом от инфекций вторичных он погибал. Болезнь упоминается еще в Библии. Прокаженных высылали из городов в страхе перед эпидемией. В Индии их бросали в клетку ко львам, а в Китае закапывали живьем. В Европе больные проказой ходили с колокольчиками в руках. Им запрещалось общаться со здоровыми людьми и мыться в проточной воде. Раньше они были предоставлены сами себе и выживали просто от случая к случаю под покровительством высших сил. Многих прокаженных просто убивали, сжигали заживо. В начале 20 века открыли первые лекарства, способные вылечить лепру. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире прокаженных насчитывается около 300 тысяч человек. Но сумело ли человечество побороть заболевание? Независимая ассоциация врачей предупреждает – проказа возвращается. На данный момент в мире число незарегистрированных больных – около 10 миллионов человек. Основные очаги лепры на земном шаре – это Индия, более около 80% всех больных земного шара, Бразилия, Китай, Индонезия, Конго, Эфиопия. То есть вот страны БРИК, с которыми мы активно сотрудничаем. Эксперты считают, что из-за трудовой миграции и большого потока беженцев проказа снова проникает в Европу. Специалисты предрекают серьезную вспышку эпидемии уже в ближайшие год-два. Самое опасное, что многие медики относят заболевание к истребленным болезням, поэтому они просто не в состоянии ее диагностировать. Нужно сказать, что лепра сейчас излечимое заболевание. Врач Педжер впервые предложил препараты сульфонового ряда для лечения больных лепрой. И началась массовая выписка больных из противолепрозных учреждений. В свое время в Советском Союзе построили 14 лепрозориев и активно боролись с заболеванием. В США на данный момент зарегистрировано 5000 случаев проказы, а в России всего 10 заболевших. Это не значит, что угрозы не существует. Активный туризм и отсутствие принудительного ежегодного обследования могут стать причиной воскрешения давно забытой болезни. Далее в программе. Танцы с мертвыми, свадьба на кладбище и самые кровожадные похороны в мире. Как прощаются с близкими в разных странах и почему на Тибете нет могил? Когда одну невесту выкапывали по 3-4 раза и хоронили, это перешло уже на коммерческую структуру. Советский школьник-пророк Лев Федотов предсказал Великую Отечественную войну и жизнь после победы. Кем был этот мальчик и каким он видел 2018 год? Один из генералов даже не мог себе представить того, что вся история войны уже записана. Природная катастрофа. В Туркменистане 47 лет не могут потушить пожар. Что такое вечное пламя? И как подземный огонь может поглотить целый город? Специалисты решили поджечь метан. Они думали, что он быстро прогорит, но сейчас до сих пор это пламя бушует. Найденные в Перу мумии могут стать доказательством жестокого преступления. Кто, когда и зачем его совершил? Что произошло в таинственной пещере плато Наска? Как вы считаете, это подделка или нет? Нет, невозможно создать костную структуру, особенно больную. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. НАСА и одна из американских IT-компаний запустили виртуальный тур по Красной планете. Новый проект получил название «Достигнуть Марса». Сервис позволяет изучать ландшафт планеты, не вставая с дивана. Для этого достаточно просто зайти на сайт проекта. Программа была создана на основе фотографий, сделанных 6 камерами марсохода за последние 5 лет. Разработчики отмечают, только 2 из 6 камер цветные, поэтому пользователи смогут увидеть в цвете лишь небольшую часть Красной планеты. Кокосовые раки залезают на пальмы. Это открытие ученые сделали, понаблюдав за охотой членистоногого. Кокосовый рак – один из самых крупных представителей вида. Он обитает на островах Индийского и Тихого океанов.
Взрослая особь может быть размером около метра и весить до 4 килограммов. Они охотятся, как правило, ночью. В их пищевой рацион входит растительная пища, птицы и мелкие животные. В Южной Африке собак научили прыгать с вертолета. Задача четвероногого десанта – преследовать и обезвреживать браконьеров. Проект получил название «К-9». Результаты программы уже признали успешными. По словам кинологов, животные стойко переносят воздушные перелеты и быстро настигают нарушителей закона после высадки на местности. Первыми участниками проекта стали бельгийская и немецкие овчарки «Ароу» и «Джайнт». Однако у методики есть и минусы. Вертолеты, которые доставляют собак к месту высадки, слишком шумные. Иногда это позволяет преступникам скрыться до прибытия четырехлапого спецназа. Британская пара целую неделю выкладывала в Инстаграм фотографии с мертвым младенцем. Ребенок родился с тяжелой патологией и прожил всего месяц. Тело передали родителям для захоронения, но вместо этого они обустроили колыбель с охлаждающей системой и в течение 12 дней обращались с мертвым ребенком как живым. Мало кто знает, но фотографироваться и наряжать мертвых людей в Британии во второй половине 19 века было модным трендом. А в Китае, например, и сейчас есть настоящие свадьбы для мертвых. И это далеко не самые шокирующие посмертные ритуалы, существующие на нашей планете. Кто и зачем танцует с мертвецами? И почему тибетские похороны нельзя показывать детям? Медики утверждают, на Мадагаскаре свирепствует эпидемия чумы. Смертельная болезнь уже унесла жизни нескольких сотен местных жителей. Эксперты во всем винят старинный обряд – танец с мертвецами. По легенде, дух покойного возвращается на землю, когда тело полностью разлагается. Поэтому через 7 лет после похорон местные жители эксгумируют трупы своих родственников, заворачивают их в чистые саваны и устраивают праздник с танцами. Если человек умирает от легочной чумы, а затем его гробницу вскрывают для проведения фамадиханы, так называемые обычаи танца с трупами, то инфекцию легко может подхватить каждый. Однако малагасийцев это не останавливает. Они тратят на это мероприятие огромные деньги – около $1500. Многие копят годами, чтобы почтить память предков. В китайской провинции Цзянсу считается, чем больше народу помянет усопшего, тем лучше сложится его судьба в загробном мире. Поэтому родственники покойного идут на любые уловки, чтобы заманить на похороны людей. На таких поминках рады даже стриптизершам. Недавно эта традиция обернулась скандалом, потому что в сеть попало видео с траурной процессии, в которой принимали участие несколько десятков девушек. Причем за тем, как они раздеваются, наблюдали не только взрослые, но и дети. Министерство культуры Китая вынуждено было оштрафовать организаторов церемонии и временно наложить запрет на эту традицию. А вот в западных районах Китая до сих пор существует древний обычай – миньхунь – посмертный брак. Если умершая не успела выйти замуж при жизни, родные обязаны похоронить ее с молодым человеком, даже если этот мужчина никому не знаком. Китайцы верят, что, совершив обряд венчания над покойниками, они гарантируют им счастливую семейную жизнь на том свете. Но когда в Китае это перешло уже на коммерческую структуру, когда одну невесту выкапывали по 3-4 раза и хоронили, и снова выкапывали и отдавали замуж 3-4 раза. Вот. И за такие свадьбы и за такие вот именно выкапывание невесты, предоставление для жениха или наоборот жениха предоставляют для невесты, это стоит не менее $5000. Невероятно, но похожий обычай был распространен и у нас на территории Западной Сибири. Правда, в России умерших связывали узами только до погребения. Девушку наряжали как невесту в белое платье и венок с фатой, а юношу одевали в парадный костюм, который обязательно украшали цветами и лентами. Причем вступить в загробный брак могли люди любого возраста, от грудничков до стариков. Существует такое поверье. Если человек при жизни не сложил свой брак, а это считается неполноценное лицо, то когда он умирает, его нужно
не только похоронить с почестями, но и отдать замуж или женить. Это был обряд мертвых, который по каким-то критериям своим, попадая на высший суд, туда наверх, да, они не будут одиноки. Им не нужно будет искать пару. В индонезийской провинции Тонатарая похороны и впрямь напоминают свадьбу. Проходят с шумным застольем и танцами до утра. Такое торжество влетает родственникам покойного в копеечку, поэтому погребение часто откладывается, пока не будет накоплена нужная сумма. А тело усопшего все это время хранится дома. И так может продолжаться несколько дней, месяцев и даже лет. Весь этот период с покойником обращаются как с тяжело больным. Заботятся о нем, разговаривают. А после церемонии гроб с телом подвешивают на утесе. Для чего это делается? Для того, чтобы показать, что смерти нет. Это вызов жизни идет и вызов смерти. То есть показывая, что даже если человек перешел на другой уровень, на другую ступень, и его здесь нету, с ним все равно можно общаться. А это буддийская традиция. Для наших людей сродни кощунству. В Тибете людей не хоронят в земле, а оставляют на съедение стервятникам. Местные называют этот обычай небесным погребением. Они рубят трупы на куски и смешивают все это с мукой. Такая смесь – идеальное кушание для стервятников. Согласно тибетскому поверью, таким образом душа возвращается к природе, а тело вообще не имеет никакой ценности. Звучит ужасающе, но индийские аскеты Акхори Бабы сами поедают своих мертвецов. Считается, что так они избавляются от страха смерти, приобретают духовное освобождение и встают на путь просветления. Нечто похожее происходит и в Амазонии. В племени Яномами принято кремировать умерших, а прах смешивать с едой. Этот народ верит, что так дух продолжит жить среди своих. Я думаю, что война начнется или во второй половине этого месяца, или в начале июля. Но не позже, ибо ясно, что германцы будут стремиться окончить войну до морозов. Такие слова обычный советский школьник Лев Федотов написал в своем дневнике 5 июня 41 года. За 17 дней до начала войны, которую никто не ждал. Но как девятиклассник сумел предвидеть то, о чем не знали даже высшие чиновники СССР? И какой он видел судьбу своей страны после победы? Обычный советский школьник Лев Федотов предсказал Великую Отечественную войну. Точность прогнозов удивила даже историков. Свое предсказание девятиклассник записал в простую рабочую тетрадь. Пишет, что будет война. Вы знаете, это даже было опасно писать такие вещи, потому что это считалось пораженческими настроениями, и за это давали срок. Но этот дневник был тайный. 21 июня 1941 года в дневнике Федотова появилась еще одна запись. Вот-вот придет весть о новой гитлеровской авантюре. Школьник считал, что в этой войне Советский Союз потеряет много территорий, но впоследствии все они будут отобраны у немцев. 21 июня 1941 года немецкие войска готовились к утренней атаке на Советский Союз, но ни один из генералов даже не мог себе представить того, что вся история войны уже записана. И записана она московским юношей, которому тому времени исполнилось 18 лет. Лев Федотов назвал точную дату контрнаступления Красной Армии, перечислил союзников Германии, указал протяженность фронта от Черного до Северных морей. Он даже предвидел исход войны. В июле 1941-го Федотов написал: «Придет время, и наши войска будут штурмовать Берлин». Он предвидел очень многие события. Он писал, Ленинград будет окружен, но не взят. А за Севастополь будут эти жестокие бои. Вот откуда у мальчика? Ведь тогда же была какая политика? Войны не будет. Но как ему удалось сделать такие точные прогнозы? В начале 90-х годов 20 века один из депутатов немецкого Бундестага предположил, на самом деле Льва Федотова не существовало, а все его предсказания и дневники – подделка. А
Однако факты свидетельствуют об обратном. Лев Федотов родился 10 января 1923 года. Его отец был ответственным партийным работником. Мать – костюмер в одном из московских театров. Семья жила в столице в знаменитом доме на набережной. Надо сказать, что мальчики этого дома – дети очень высоко поставленных родителей, потому что это был дом правительства, я просто хочу об этом напомнить. Очень многие пошли на фронт добровольно, даже если когда им не исполнилось 18 лет. Думаю, что в этом была и можно так думать, и тоже заслуга Лёва Федотова. Эксперты предполагают, Лев Федотов мог обладать даром так называемого автоматического письма. Люди, наделенные этой способностью, периодически впадают в транс и пишут словно под чью-то диктовку. После, как правило, они не помнят своих записей. А гений – это тот, который попадает в цели, которые не видят другие. Понимаете, вот Лёва был гением, наверное. Кроме того, что пророком, можно назвать пророком, может быть, можно назвать гением. Узнав, что началась война, Федотов вспомнил, что писал об этом в своем дневнике. По словам близких, тогда он испытал настоящий шок. Он, на мой взгляд, был напуган тем, что его предсказания сбываются. Но еще, с другой стороны, можно предположить, что он был выведен из того состояния аналитики, потому что само слово «война» может сломать психику любого человека. 12 июля 1941 года Федотов сделал последнюю запись в своем дневнике. «Мы будем раскаиваться в переоценке своих сил и недооценке капиталистического окружения. Через 50 лет вся страна сможет оценить точность этого предсказания». Более того, в том же дневнике он предсказал, что в Америке будет темнокожий президент. Там же записано, что вскоре, через 50-60 лет, будет крушение советского режима. И там же он указывает на то, что совсем скоро появится думающая машина, то есть компьютер. Однако ряд экспертов считает, никакого чуда в прогнозах мальчика нет. Возможно, 18-летний Лёва просто был сверходаренным человеком. И все его предсказания – это объективная аналитика политической ситуации тех дней. Он был, как сейчас принято выражаться, продвинутым человеком. И, значит, у него было трезвое представление о ситуации в мире и о расстановке сил, скажем так. То есть он не верил бездумно тому, что внушали газеты и пропаганда, а, видимо, как-то сам размышлял и сам прикидывал, что к чему. В доказательство этой гипотезы специалисты приводят выдержку из дневника. 5 июня 1941 года Федотов написал: «Не собираюсь быть пророком, но все эти мысли возникли у меня в связи с международной обстановкой, а связать их и дополнить помогли мне логические рассуждения и догадки». Несмотря на слабое здоровье и близорукость, Федотов ушел на фронт добровольцем. 25 июня 1943 года он погиб. Его штрафная рота 415-й стрелковой дивизии была почти полностью уничтожена при освобождении Тульской области. Но как новобранец из хорошей семьи оказался в штрафбате? Он ощущал истинное положение вещей, это да. Может быть, поэтому он и попал в штрафную роту, может быть, он как-то прокомментировал разочек. Это достаточно было для того, чтобы попасть в штрафную роту. Как вариант. Некоторые исследователи считают, что необычным даром юного пророка могли заинтересоваться спецслужбы. Конспирологи уверены, 25 июня 1943 года Лёва Федотов не погиб. Знаете, я в это не верю, нет. Это все-таки, понимаете, не это 43-й год. Не, это все было не до таких штучек, понимаете, изымать мальчика, никому неизвестного, вот, для этого погубить целую. Хотя могли. Из 15 дневников Льва Федотова сохранились только 4, где остальные тетради неизвестно. По одной из версий, рукописи находятся в частной коллекции, по другой – советский школьник спрятал их где-то в подвалах дома на набережной. Жители одного из китайских поселков вблизи города Чунцин заявляют, что на их улице горит так называемое «вечное пламя». Суеверные крестьяне объясняют необычное явление чудом. Но, по словам ученых, это волшебство на самом деле природная катастрофа. Откуда берется вечное пламя? Как подземный огонь может поглотить целый город? И почему его называют «вратами в ад»?
По словам китайцев, огонь рядом с их домами горит более 50 лет и не гаснет даже под самым сильным дождем. Но откуда он взялся? В этих местах велась разработка газового месторождения. Была пробурена скважина, газ смог загореться, может быть, молния ударила, может быть, просто кто-то случайно поджег. И в этом месте из-под земли идет огонь. Вот такая конфорка под открытым небом. В Туркменистане так называемое «вечное пламя» – огромный огненный кратер Дарваза диаметром более 60 метров. Геологи называют его «вратами в ад», причем открыли их люди. В 1971 году недалеко от деревни Дарваза провалилась буровая газовая установка. Специалисты решили поджечь метан. Они думали, что он быстро прогорит, но сейчас до сих пор это пламя бушует. А на противоположном берегу Каспийского моря в Азербайджане подобное пламя, по словам историков, полыхало сотни лет назад. В древнем зороастрийском храме Атышгях, по мнению археологов, тоже когда-то мог находиться источник так называемого вечного пламени. Огнепоклонники придавали горящему газу мистическое значение. Возможно, именно после возгорания газового выброса на этом месте и появился первый храм. Стихи огня, как в индуизме, так и в европейской традиции, в греческой, в римской, в египетской, являются стихией трансформирующей и инициирующей. Убирает старое, начинает новое. Однако, по данным ученых, чаще всего источником вечного пламени становится не газ, а тлеющий каменный уголь. Именно его горение вынудило переселиться жителей целого американского города Сентрейлии. Там в начале 60-х пожарные не смогли вовремя потушить огонь, разгоревшийся на свалке. В итоге пламя перекинулось на залежи антрацита, на которых был построен город. Пожар стал распространяться, и постепенно все улицы были в дыму и огне. Город пришлось эвакуировать. Там осталось минимальное количество жителей, и город фактически становится городом-призраком. Сценарий Сентрейлии повторился и в другом американском городе – Сент-Луисе. Там, по словам специалистов, пожар на свалке тоже перекинулся на угольные пласты под городом. Однако это возгорание может изменить судьбу не только самого Сент-Луиса, но и всех Соединенных Штатов. Недалеко от подземного возгорания есть могильник ядерных отходов времен еще Холодной войны. И если произойдет непоправимое, огонь доберется до этого объекта, случится катастрофа. Город станет зоной отчуждения, и, не дай бог, ядерное облако пойдет на другие штаты Америки. По данным экспертов, опасность представляют все пылающие залежи полезных ископаемых. Экологи заявляют, ядовитые выбросы горения разрушают земную атмосферу. Кроме того, человечество лишается запасов ценных ресурсов. Согласно статистике, только в Китае угольные пожары уничтожают около 30 тонн горючего сырья каждый год. Перуанские копатели обнаружили в пещере Наска несколько мумифицированных тел с вытянутыми головами, тремя пальцами на ногах и руках. Они передали тела исследователям. Эксперты предположили, эти мумии могут иметь внеземное происхождение. Однако ряд специалистов уверены, найденные останки – вещественное доказательство жестокого преступления. Но кто, когда и зачем его совершил? И что в действительности произошло в таинственной пещере Наска? Ученые заявили, что мумии, недавно найденные в пещере плато Наска, подделка, собранная из человеческих останков. По мнению ряда исследователей, скелеты так называемых инопланетян могли собрать из детских костей. В пользу этой версии говорят размеры перуанских мумий. Все они не более 1,5 метра. Однако британский ученый Эдсон Виванко заявил, что находка может иметь внеземное происхождение. Черепа перуанских мумий сильно вытянуты. Виванко уверен, подобную форму головы невозможно воспроизвести искусственным образом. Его мнение разделяют и некоторые отечественные специалисты. Вытянутые черепа нас находят по всему земному шару, в том числе и в Кабардино-Балкарии найдены были вытянутые черепа, и среди индейцев инков такое практиковалось как подражание неким космическим богам, которые в древности посещали представителей Земли. Мумии пещеры Наска имеют по 3 пальца на руках и ногах. В прессе и ранее сообщали о подобных находках.
Вот еще одна мумия из Перу. Хорошо видно, что она тоже имеет по 3 пальца на руках и на ногах. Как вы считаете, это подделка или нет? Нет-нет, невозможно создать костную структуру, особенно больную. И вы говорили, что эти кости росли? Да, они росли, это видно по структуре костей. Есть типичные полосы, как на человеческих костях. И это доказывает, что они росли. Но почему мнения специалистов разделились? Откуда вообще взялась гипотеза о детских костях? Дело в том, что в Перу уже много лет работают черные копатели. Раньше они искали артефакты перуанских индейцев. Теперь этой территорией заинтересовались уфологи. Они ищут следы внеземных цивилизаций. Поэтому сегодня кладоискатели зарабатывают на других артефактах. В октябре 2016 года мы имели дело с парой перуанских бакеро. Бакеро называются кладоискатели. И они нам передали несколько маленьких тел и очень странных органов для того, чтобы узнать наши экспертное мнение об этих останках и чтобы заручиться нашей поддержкой в распространении этих сведений. Находки бакеро пользуются на черном рынке хорошим спросом. Ученым тоже приходится приобретать у них товар. Ведь чтобы самим провести раскопки на плато Наска, необходимо получить многочисленные разрешения местных властей. А на это могут уйти годы. Однако для многих бакеро изготовить фальшивку проще, чем найти настоящий артефакт. Они уже не раз продавали ученым подделки. Но могут ли перуанские мумии оказаться обманом? Мы точно знать не можем. Но мы продолжаем искать ответы на эти вопросы. На данный момент мы полагаем, что они никоим образом не могут быть фальшивкой. Или же результатом манипуляции кладоискателей. Например, при помощи уродования или изувечения человеческих мумий. Анализ участка кожи одной из мумий показал, что ее ДНК полностью совпадает с человеческой. Действительно, вот те первичные анализы, которые были сделаны, говорили о том, что это не пришельцы из космоса, это существа, по крайней мере, очень похожие на людей. Сторонники версии о подделке считают, результаты экспертизы – это повод начать официальное расследование. Они просят местные власти выяснить, чьи останки подверглись осквернению и применялись ли при изготовлении муляжей настоящие детские кости. Королева детектива Агата Кристи утверждала, что докопаться до правды никогда не поздно. Давайте искать ее вместе. С вами был Олег Шишкин. Вы смотрели программу «Загадки человечества».